Ссылка на книгу в описании под видео. Различия: Гражданская война и Великая Отечественная война. Тезис. Великая Отечественная война предъявила более строгие требования к уровню профессионализма, культуры и образования военных, чем Гражданская война. Обоснование. Первый аргумент. В годы Гражданской войны не было разнообразной сложной техники, танки, самолеты, поэтому исход сражений часто зависел от бури и натиска, личной храбрости, харизмы командира, умения вдохновить людей на подвиг. Например, Ворошилов не имел военного образования, но добился военных результатов, поскольку был пламенным революционером. В годы Великой Отечественной войны широко использовалась разнообразная сложная техника, танки, самолеты, поэтому исход боя стал зависеть не от бури и натиска, личной храбрости, харизмы и так далее, а от грамотного взаимодействия родов войск, от быстрого и эффективного анализа разведывательной информации, умения быстро принимать интеллектуальные решения, а для этого нужны были опыты и военное образование, высокий уровень культуры. Например, до Великой Отечественной войны Ворошилов нигде в военному делу всерьез не учился, поэтому в годы ВОВ ничем себя не смог проявить. Проиграл все сражения, в том числе пустил немцев к Ленинграду. Тема харизматичных, но не очень грамотных полководцев стояла настолько остро, что писатель Корнейчук даже написал пьесу «Фронт», в которой описал противостояние полководцев старого поколения генерал Горлов и полководцев нового поколения генерал Огнев. По сюжету генерал Огнев победил за счет интеллектуальности. Второе. В годы Гражданской войны не было разнообразной сложной техники, танки, самолеты, поэтому техническая грамотность для командиров не была острой необходимостью. Например, почти не было танков и самолетов, главной ударной силой была конница, в частности у красных покрыла себя славой первая конная армия Буденного. В годы Великой Отечественной войны широко использовалась разнообразная сложная техника. То есть танки, самолеты. Так что командирам пришлось изучать возможности современной техники, чтобы использовать ее максимально эффективно. Например, накануне Великой Отечественной войны авиационные командиры слишком поздно поняли, что в будущей войне для истребителя скорость важнее, чем маневренность, а для бомбардировщика бомбовая нагрузка, оборонительное вооружение, броня важнее, чем скорость. Как следствие, военные заказывали конструкторам морально устаревшие машины. В частности, в начале войны самым массовым истребителем был Ил-16, который безнадежно уступал скорости немецким Ми-109. Ссылка на книгу в описании под видео.